Станции Казанского метрополитена приступили сегодня в городе. Белый забор с буквой «М» появился на пересечении улиц Побежимова и Кошевого, а также на стыке улиц Воровского и Декабристов. Станциям пока даны рабочие названия. Конечную на первой ветке назвали «Заводская». Но чтобы попасть на нее, предстоит проехать станцию «Московскую». Когда начнется проходка, расскажет Сергей Темляков. Ну вот установлено первое оборудование для начала обустройства первой сваи грунтоцементной. Сегодня к работе приступили экскаваторы. Конечная станция первой линии «Заводская» будет в длину более 500 метров. Такая территория обнесена забором. Сейчас на стройплощадке идет подготовка к рытью котлована. На объекте трудится более 50 человек. Работа предстоит большая. Порядка 150 тысяч кубов грунта произвести разработкой и уложить порядка 90 тысяч кубометров монолитного железобетона. На пересечении улиц Побежимова и Кошевого необходимо вынести коммуникации. Здесь проходит ливневая канализация и водопровод. Планируем к концу лета начать проход. На пересечении Воровского и Декабристов стройплощадка не меньше, но пока здесь только подготавливается территория, очищается от мусора. Сейчас на стадии согласования находятся и эскизы новых станций. Заводскую планируют оформить в бело-голубых тонах и поставить скамейки. Спуститься на станцию можно будет лишь на эскалаторах. А вот станция «Московская» будет украшена колоннами. Преобладающий цвет – бордовый. Новые станции метрополитена планируется открыть к Универсиаде. Сергей Темляков, Оксана Малюга, телеканал